Дмитрий Юрьевич, стоит ли идти в армию после обучения в университете 6 лет? И идти тогда, потому что мне будет 25 лет, а значит, в армию попадаю. Служить ты будешь там год. И идти, наверное, стоит ровно из одного факта. Потом не придется бегать от этой армии. Да. Пойти в армию в 35 лет будет еще неудобнее, чем в 25. Это я даже вместо Дмитрия Юрьевича могу сказать. Поверь на слово, ничего смертельного там нет. Армия выполняла и выполняет единственную функцию – социализацию молодого человека, когда ему, мужчине, юному, объясняют, как себя вести в сообществе себя подобных и почему именно так. Один год – это не служба вообще, поверь. Не успеешь даже ассоциироваться там. Дешевле сходить, чем прятаться, так скажу.